Привет, меня зовут Кирилл Фот. Мне 18 лет, я еще студент, учусь на дизайнера одежды. Я иногда работаю визажистом. В будущем я еще точно не знаю, кем я буду, потому что это невозможно предсказать, но, скорее всего, это будет что-то связано с фэшн-индустрией или же шоу. Я не знаю, я вижу себя как публичный деятель, никак иначе, вот. И творческая сфера обязательно. То есть за бумажками я сидеть не могу, это совершенно не мое. Вот. Я люблю общаться с людьми, творчество, да, вот это вот мое. У меня были три, кажется, девушки были. Вот, с одной я еще общаюсь, она вышла замуж уже, уехала в Москву, а с другими не общаюсь. 1,5 года я вот встречался как раз той, которая вышла сейчас замуж. Это было еще в моем городе. Ну, у нас были такие странные отношения, мы были даже как бы просто ближайшие друзья, то есть они были практически идеальны. Вот, она тоже была такая чокнутая на голову, вот, у нее там волосы были тоже цветные, она была вся такая шизанутая по полной. Мы вообще с ней познакомились еще в школе, когда я был в 7 классе. Я был еще тогда такой маленький, такой был полный, короче, отвратительный. Вот, но я учился в художественной школе, и она тоже там, и мы с ней начали общаться. Потом я начал как-то расти, превращаться вот в настоящего себя, который сейчас есть. Это все длилось на протяжении долгих лет, вот. Но мы начали с ней общаться. Она там увлекалась тоже пирсингом, она мне его делала, я ей, короче. И мы стали больше и больше общаться. Потом я вырос, и мы вот начали встречаться. Потом мне стали отрастать волосы, я там начал их красить уже более такие, знаете, еще такие вот эти пидовские времена, и там какие-то прядочки, там что-то подкрашивал. В итоге я лет, наверное, в 14 уже немного понял, что мне нужно это там, допустим, какой-то готический стиль. Я начал двигаться в этом плане. Вот та же вот одежда, я там покупал черную одежду, мне там говорили родители, о боже, типа, все, мы там все выкинем. Там, знаете, там черная одежда, это же вообще, ты весь такой черный. Вот сейчас я уже, конечно, начал меняться немного, потому что мне захотелось больше яркости. Вот буквально еще недавно, 1,5 года назад, я тоже был такой, у меня был более такой темный образ, но в то же время я не сливался. Ну, все меня видели, и все меня знали, и я даже не делал ничего для того, чтобы люди меня запоминали. То есть я где-то прошелся, я там что-то сказал, и все. И мне там уже, ой, там мы его знаем. Вот так.